Горящий мужчина выбежал из здания во время пожара на улице Пировская. Ночью там полыхал частный дом. Известно, что пострадавший сознательно зашел в полыхающий коттедж, чтобы вытащить оттуда газовый баллон, и загорелся сам. Его потушили снегом пожарные и передали медикам. Мужчина, к счастью, жив, но ему наверняка потребуется лечение. А вот дом, несмотря на такую самоотверженность, уничтожен огнем полностью. Все это произошло минувшей ночью в районе Бугача. Предварительно пожар начался из-за неправильного обращения с печью.